Всем здарова, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на КСФЛ, у меня на бальке 220 бачей. А давайте за старт, наверное, сделаем ставочку 20 баксов, наверное, на черное. Тут что-то в последнее время так часто красное падает, и, посмотрите, до этого было красное, тут одно черное, опять три красного. Давай, выдавай со старта черное, и у нас плюс 20 долларов с начала ролика. Зеленый выдает, понял. Ничего, мы удвоим, 40 бачей поставим на черное. Если сейчас выиграем, то отбиваем предыдущий проигрыш и в плюс 20 бачей начинаем ролик. А в прошлом ролике мы на КСФЛ подняли, получается, сколько? 240 бачей. А на сегодня у нас цель, наверное, я вне ролика еще покатал на КСФЛ, сейчас у меня балик уже не такой. Но в идеале, наверное, сделать сегодня с 200 бачей 400. Это прям самый лучший был бы исход. Да, Настя, нам падает черная, уже плюс 20 долларов со старта ролика. И, мужики, напоминаю очередной раз, все, кто хотят покатать на КСФЛ, вы можете при пополнении ввести промокод НИКЛУД и получить плюс 30% к пополнению. Депать можно абсолютно со всего, с кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, у себя в инвентаре получили вещей уже на 1300. Вы будете со старта в очень хорошем плюсе. А также в описании оставлю промокод на 25 центов, еще есть на сайте боевой пропуск халявы, тоже здесь много можно залутать. Ну и все, в принципе, что, полетели дальше катать. Че, колесо, мой любимый режим. Давайте ставить баликом, хочу привыкать ставить балансом, мне это больше нравится. Тут очень много раз подряд было 3x и 5x падало, посмотрите на это. Я думаю, сейчас можно на 2x поставить 40 бачей, потому что, ну, уже по всем законам логики он должен выдавать 2x, я же прав? Я прав? Мы со старта ролика делаем плюс 60 бачей. И это меня не может не радовать. Что, давайте опять 20 долларов, я думаю, на 2х. Я хоть и люблю ставить на 3х и 5х, но просто, когда оно вот так вот выдает, уже пора ставить на 2х. Давай, выдавай 2х уверенно, пожалуйста. Не, ну тут 2х уже не падает. Ладно, падает 3х, мы пойдем в другой уже, наверное, режим, потому что здесь мы подняли. Можно вот здесь залететь, поставить опять, наверное, на черное 20 долларов, потому что в последнее время что-то много красного падает. Пора, чтобы черное упадало. Так, нам, к сожалению, падает опять красное. Но мы удвоим, поставим сейчас 40 бачей опять на черное. Если выиграем, то свои 280 бачей должны возвращать. Черное нам падает и... Идеально, у нас на балике 280 бачей, и надо добить уже 300 долларов. То опять 20 бачей на черное, чтобы 300 баксов уже 100% добить. Давай, давай, надо выдавать черное еще раз, пожалуйста. И черное нам не падает, да, блять, я уже думал, там черное упадет. Ну, мы опять удвоим, что, 40 бачей на черное. Черное нам падает, идеально, на балике 300 бачей, и можно взлететь в какой-нибудь дефьюзик, попробовать, наверное, 10 долларов. Хочу поймать прям вот такой какой-нибудь кэф, два раза попробовать. С первого раза ловим 324 доллара. Это совсем другое дело. Давайте вот здесь 3 бомбы, 4... Угу, понял, еще раз. Вот так проходим, забираем. На балансе уже 330 бачей. Ну почти, там 26 центов не хватает. Давайте в колесо попробуем 5 баликом поставить... 5 долларов на 20x, хочу просто попробовать. Давно 20x не падал, плюс я говорил, что хочу на кейсфейле пробовать ловить джекпоты всякие жесткие. То есть там 14x в дабле и 20x в колесе. Тут не получилось, тут недавно было зеленое, не вижу смысла еще раз ставить. То давайте просто 24 доллара, уже, наверное, на красное, потому что сейчас, наоборот, начало чаще падать черное. Я прав, нам падает красное, я сегодня идеально читаю дабл и колесо. Ну ладно, не то, что прям идеально, иногда надо удваивать, отыгрываться. Ну, в общем, неплохо читаю дабл. Давайте сейчас, наверное, поставим... Не знаю, есть желание поставить 8 долларов на зеленый. Не знаю почему, хоть оно недавно было. Ну, просто интуиция подсказывает, давайте попробуем. Ну нет, зеленый не падает, хотя было близко. Так, ладно, 340 бачей, но все равно неплохой результат пока что. Можно сюда залететь, поставить 20 долларов на 3х и 20 долларов на 5х. Но 3х нам падает, нормально, еще плюс 20 бачей. У нас на балансе уже 360 долларов. Мы, получается, подняли сколько? Плюс 140 бачей, это почти плюс... Нет, это не почти, это плюс 10 тысяч рублей. Даже чуть больше, это плюс 11 тысяч рублей. На самом деле, сегодня меня КСФЛ прям радует. Давайте сейчас зарядим, наверное, 40 долларов на 2х. Хочу попробовать просто поймать 2х. 2х нам... Ну, не, ну я сегодня... Ну я не знаю, я гений кейсфейла какого-то. Ну сегодня все читаю. На балике 400 бачей, а ролик... Ну, не, ну, конечно, не прям начало ролика, но ролик я записываю мало, а уже достигнул нашей цели основной. Ну ладно, еще покатаем, чтобы у меня ролик 2-3 минуты не был. Давайте 10 долларов. Не успел на зеленое поставить. Блин, ну сейчас зеленый упадет. Давайте тройнем, 10 долларов еще раз поставим на зеленое. Если проиграем, то, наверное... Удвоим, поставим на красное, потому что сейчас много падает на самом деле красного. Не выдает, но выдает опять черное. Значит, самое время залететь, наверное, рискнуть. Можно, наверное, поставить даже 40 бачей просто на красное, потому что слишком много черного падает. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Из 8 последних раз только один раз было красное. Давай, 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 да ты... Ладно, мы удвоим, поставим 80 долларов. Ой, давай, да ты опять выдаешь черное, ну что это такое? 160 долларов, опять удваиваем, ставим на красное, я псих. Наконец-то, красное нам падает, еле-еле, мы камбэкаем, 430 бачей. Ну не могу сказать, что это было просто или легко, честно, оно даже тут еле-еле прям красное, то есть еще бы чуть-чуть и было бы черное. Ладно, неплохо, хотя бы подняли, спасибо на... Ой-ой-ой, чуть на 160 бачей не сыграл. 10 долларов вот так вот, не выдает, давайте еще разочек попробуем. Так, там было, кстати, 28, вы увидели первый раз? Ну что за ужас? 19 заберем, я бы дальше не дошел, 420 баксов.
Так, ладно, колесо, давайте по 10 долларов поставим на 3x и на 5x. Попробуем сейчас поймать 5x. Давай, надо выдавать 5x, пожалуйста. 450 бачей, я на этом... Если сейчас 5x падает, я на этом заканчиваю ролик. Но падает 3x, тоже нормально. У нас на балике 430 бачей. И давайте что, последнюю ставочку. Хочу 20 долларов, давайте даже 30 долларов, короче, на 2x. Если выиграем, то все, идеально. У нас на балике 460 бачей, мы сделали больше, чем x2 за ролик. Если проиграем, то тоже ничего страшного. У нас 400 баксов, это была моя общая цель на сегодняшний ролик. Я ее тоже поднял. То я в любом случае буду доволен результатом, даже если я сейчас проиграю. И 2x он нам выдает. Все, у нас на балике 460 бачей. Мы сегодня, получается, подняли... Было 220, стало 460. 460 минус 220 это 240. Мы сегодня, считай, подняли вот такие перчаточки. Азимов какой... Ну, кстати, азимов столько не стоит. Ну, короче, ножи и перчатки. Мы сегодня что только не подняли. Можно сказать, что мы даже сегодня два ножика подняли. По 120 тоже есть, как бы, ну, ножи. Мужики, напоминаю еще один раз. Все, кто хотят покатать на кейсфейле, вы можете при пополнении ввести промокод Никлут и получить плюс 30% к пополнению. Депать можно абсолютно со всего. Скивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. У себя в инвентаре получили вещей на 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также в описании солю промокод на 25 центов, вводить его нужно вот сюда. Все, мужики, на этой прекрасной ноте заканчиваем ролик. Всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика. Но я считаю, я заслужил, как бы 240 бачей поднял на кейсфейле. Причем за достаточно маленькое время, но за такое точно можно и лайки, подписочку поставить и комментарий написать. Все, парни, давайте, всем удачи, всех люблю.